Любимый праздник российского студенчества – Татьянин день – это, пожалуй, одно из самых красочных событий начала календарного года. В Ярославском государственном университете имени Демидова в этот день традиционно проводится ректорский прием, на котором выделяют самых талантливых, инициативных и активных студентов. Я считаю, что вот признание на уровне университета – это очень много. И я бы хотел, чтобы все к этому стремились, потому что без соревнования с самим собой, без соревнования с коллегами, наверное, было бы скучно. И уж точно это не традиция Демидовского университета. И жанр, в котором можно получить пропуск в этот зал, в этот день, он может быть разный. Это может быть учеба, это может быть наука, это может быть спорт, это может быть общественная деятельность или выдающиеся достижения в студенческой весне, например. Мы будем рады всем. Наш университет имеет прекрасных студентов, хороших преподавателей. И мы будем расти и улучшать свою жизнь. И главное, нам будет интересно друг с другом. От всей души поздравляю всех наших студентов. Сегодня здесь награждают лучших из лучших, те, кто имеет особые достижения в науке, в учебе, в творчестве, в спорте. Те, кто прославляют наш университет не только в Ярославской области, но и за его пределами. Наука и общественная работа, спорт и волонтерство. Студенты ЯРГУ преуспевают во многих сферах жизни, гармонично сочетая реализацию своих творческих идей с учебной деятельностью. Они берут от студенческих лет максимум полезного и интересного. Довелось очень много поездить по стране, поучаствовать в таких мероприятиях, как студенческий марафон, школа студенческой весны, ну и так далее. Очень во многих мероприятиях довелось поучаствовать. Я испытываю чувство гордости за свой факультет, в частности, в целом за университет, конечно, потому что наш университет появился из Ярославского юридического лицея. И, конечно, это большая честь здесь учиться, получать здесь образование. Однако День студенчества – это праздник не только для самих студентов, но и для тех, кто год за годом проходит с ними этот сложный, но интересный путь приобретения новых знаний, взросления, профессионального становления. Это деканы, руководители научно-исследовательских лабораторий и студенческих объединений. На ректорском приеме им, как и студентам, были вручены памятные подарки. Буду вставать на одни пятерки, обещаю. Праздник продолжился уже за пределами университета. Губернатор и правительство Ярославской области собрали студентов разных учебных заведений региона в концертно-зрелищном центре «Миллениум». На сцене выступали творческие коллективы и команды КВН, а также вручались благодарности губернатора области самым талантливым представителям студенческого сообщества. Дорогие друзья, от всей души я хотел бы поздравить всех студентов Ярославской области, профессорско-преподавательский состав, наставников с Днем российского студенчества. Студенческие годы – это время, когда можно предлагать и воплощать в жизнь самые интересные, может быть, даже фантастические идеи, не бояться делать ошибок, но продолжать двигаться вперед к намеченной цели. И, конечно же, от вашего профессионализма, ваши знания, вашей гражданской позиции будет зависеть судьба нашей страны. Я уверен, что наше будущее в надежных руках. Желаю всем стать профессионалами в своем деле, но никогда не забывать студенческие годы, потому что в любом случае студенческие годы всегда наверняка у каждого останутся очень ярким эпизодом в жизни. Сейчас Татьянин день стали праздновать более массово, масштабно. То есть, когда мы учились, там праздновали на уровне вузов, а сейчас вы видите, такие большие, массовые межвузовские мероприятия мы проводим, и рады видеть сегодня здесь почти 1500 студентов. Кубок КВН губернатора Ярославской области, учрежденный в прошлом году, привлекает внимание молодежи к этой игре. Зрительный зал был переполнен студентами, которые решили встретить Татьянин день, наблюдая за игрой лучших КВН-команд области. Я вообще думаю, что сложно пропустить это мероприятие, потому что один день, когда все студенты всех вузов города, возможно, и области могут собраться в одном месте, отдохнуть после сессии, посмотреть концерт, посмотреть выступления команд КВН и
и отдохнуть, просто пообщаться друг с другом. Первые курсы для меня — это, наконец-то, мой праздник. Я думаю, что это прекрасно. И первая сессия, она, конечно, да, превращает тебя в настоящего студента. Вот, и поэтому праздник для студентов — это и наш праздник, праздник первокурсников в том числе. Студенчество – это время поиска себя, реализации своего потенциала, приобретения новых знаний, знакомств с интересными людьми. Студенты Ярославского госуниверситета, без которых не обходится ни одно мероприятие регионального масштаба, реализуют этот тезис в своей жизни. Пожелаем им и дальше использовать свои способности для претворения в жизнь новых амбициозных проектов, которые, как показывает практика, не остаются незамеченными руководством вуза и региона.